Всем привет! С вами Бойко Алексей и канал Компьютерный Гений. В этом видео хочу показать, каким образом можно записать ISO-образ на флешку через терминал. Для этого мы воспользуемся командой DD, и нам с вами, в принципе, нужно вот эту строчку вставить в терминал, но вместо Y мы подставляем образ, который мы хотим записать, то есть его название, да, и вместо X мы подставляем диск с нашей USB-флешкой. Для начала давайте выясним, как у нас обозначается флешка. Для этого мы копируем эту команду и сбиваем ее в терминале. Здесь вы можете видеть, что у меня флешка на 8 гигабайт и буква у нее B, значит SDB. Вот, то есть, соответственно, мы здесь подставляем букву B. Вот я уже здесь подставил. Так, вот она, буква B. Вот, и ISO-образ вот у нас вот так называется, то есть его тоже подставляем сюда. Эту строку копируем. Так, и идем в место, где у нас находится сам ISO-образ. Да? Открываем эту папку через терминал. Далее пишем sudo и вставляем то, что мы с вами прописали, нашу команду. И жмем Enter. Далее вводим пароль нашего пользователя. Все, флешка у нас заработала, то есть моргает. Диск у нас, ISO-образ у нас записывается на флешку. Все, запись у нас завершена. Это можете увидеть вот здесь. Записи получены, отправлены. Окей, и давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот, и видим, что у нас здесь Arch Anywhere. Вот, пожалуйста, то есть вот таким образом тоже можно записывать Linux в дистрибутиве с помощью терминала.